Итак, здравствуйте всем, дорогие друзья. Уже второй раз здороваюсь на сегодняшнем стриме, но серию вы увидите на следующий день. Так что, в любом случае, здравствуйте. Здравствуйте, канал Hard Games. Я, как всегда, с вами. Лёх меня зовут. Значит, прямо сейчас мы с ребятами решили сразу же взять и забабахать еще одну серию по The Long Dark. Очень интересная была вторая серия. Очень-очень-очень наше положение выровнялось. Прям, знаете, прям пошло на поправку, но при этом столкнулись мы с одной серой проблемой с зубами. Кто это, говорить не буду. Я думаю, сейчас все сам увидите. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напоминаю всем то, что стримлю я на платформе Vast. Ссылочка есть внизу в описании. Все, всем приятного просмотра и поехали. Так, мне нужно как-то дойти до банка. Мне... Где он? Тихо. Хочу козырьки проверить у машины. Козырьки. Ага. Ребята, а тут и нет ничего толком. Козырьки в этом. Я вот проверю вот так вот сейчас вот несколько штук. Здесь максимум. Ну что, а что может быть в козырьке? Еды там не будет. Ничего там толком не будет. Мне нужно увидеть волка. Вон он. Быстро-быстро-быстро забежать в отделение. Так, мы нашли пароль с вами. Ага, здравствуйте, и мы не туда прибежали. А где был банк? Где был банк? Думай, 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 голова. Прямо, прямо, прямо. Это напротив дома. Я помню, волк, здравствуйте. Вот где-то он вот там вот был. Волк как бы тоже там. По-моему, вот эта дверь. Могу ошибаться. Да, это оно. Или не оно. Или оно, да, это оно. Подходим. Одну секунду. Ну, здесь на самом деле ничего, ребят, такого и не будет. Ищем записку. Я думаю, что... Тихо там. Пугать угу своими. От банковского хранилища. 19.30.08. Надеюсь, что я прав. 19. Здесь потихонечку. Тридцать. 08. Чик-чирик. Ой-ой-ой. А, подождите, там же может быть все что угодно. Не, ну еды здесь не будет, ребят. Еды здесь, здесь ничего такого не будет. О, хотя... Ну что, здесь бумаги. О, как. А ячеечка-то много очень закрытых. Ну, честно, в них нет ничего. Ну, бабки, но... Это чисто так, знаете, вот. Для себя. Ну, хотя бы плитка шоколада кто-то в сейфе решил хранить, но... Не знаю, кто ты, воин, но... Окей, ладно. Ну, знаете, так, чисто для себя ачивку сделать. Картонная коробка. Ну, давайте разломаем, окей. Ну... Знаете, так... Вот сделать бы лом.
Было бы, конечно, здорово. Срочно отбегаем. Где-то тут волк. Так, идем в эту сторону. Ищем. Очень внимательно, ребят. Обыскиваем. Болты. Все везде болты. Ну, банка, ребят, на что мы с вами ждали? Че нет-то? Пока недалеко, давай затараканим. Мы люди не горды. Волк где-то там лазит. Услышал. Закрытые дома. Заметьте, ветрище дует. Холодище лютый, просто лютый холод. Но при этом мы с вами вообще не паримся и идем, потому что одежду мы с вами нашли лютейшую, вообще просто лютейшую. И нам, знаете, до сиреневой этой вообще звезды. Да я прямо сейчас в церковь пойду и все. Давай на дорогу только выйдем, чтобы сильно тут не лазить. А может быть, кстати, сейчас и кроликов найдем. Слушайте. Знаете что? Я бы, наверное, сейчас дошел туда, взял схрон, вернулся к бабке. И потом бы очень-очень подробно начал изучать не только уже город. Кстати, волк, возможно, за это время уйдет. Изучал бы уже не только с вами город. Опа. Я бы к лосю вернулся и мясо бы взял. Лосю, ребята. Вот это был бы кайф, потому что лосятины там было, там целый лось был. Я не думаю, что волк его, ну, всего захавал. И хорошо бы найти какую-то кузню, или как там правильно называется. В кузне, вот лом, если бы мы сделали, мы бы сейчас с вами уже начали бы очень серьезно затариваться всякими инструментами и всем остальным. Вот, вот такие бы вот сейчас вещи вскрывали. Представляете, сколько всего может быть в багажниках, в машинах? Очень много всего. Такой у нас с вами спонтанный, да, поход получился. Очень внимательно идем. И идем мы прям в правильном направлении. Чекаем волка. Полная пока тишина. Вижу подъемы, вижу лес, все вижу. Ну или олень там был, какая разница там. Еще один аккумулятор, запомним. Запомним про еще один аккумулятор. Это лиса, ага. Там даже он две лисы. Я что-то не особо помню, чтобы лисы выли. Где-то там. Предлагаю раз, два и налево. Очень мы с вами неплохо подготовлены к походам. Сейчас вжагалим водички. Пусть даже сколько есть, вообще не проблема.
Еще один аккумулятор, ребят. Просто, ну так вот, на будущее. Очень внимательно нужно смотреть по сторонам. Предлагаю машину эту тоже обшмонать. Пока никуда в лес никуда не уходим. Заблудимся. Три аккумулятора по этой дороге есть, если что, на будущее. What have we here? Факелы. Кстати, можно не пересаживаться, оказывается. Три факела, чтобы отогнать диких животных. Ну что ж, давайте в церковь зайдем. Что-то написано прямо на одном из нагромных. Ариан Смит. Знаете, в основном всегда в играх вот такие вещи оставляют какие-то отсылки. То есть, ну, не просто так их оставляют. Это в основном всегда отсылка к чему-то. Так, ну что ж, здесь мы как минимум согреемся. Газета, если что, у нас уже есть чем развести. Нет, доски пока мы не будем ничего делать. Could end up being useful. Шапка из хлопка. Ein Moment. У нас очень хорошо тело защищено и голова. Очень хорошо. Excellent. Очень внимательно смотрим. Каждый миллиметр. Здесь может все что угодно быть. Здесь еще и костер разводили, кстати. Куча книг. Гимн. Возьмем. Горючее. Газетный рулон. Очень много. Короче, очень много всего. На самом деле, очень много всего интересного. Нужен ли здесь костер? Ну, слушайте, здесь прям какой-то клондайк по этим, по всяким интересным штукам. Каким образом водительские перчатки лучше, чем варежки, я вообще понять просто не могу. Записи пастора. Дорогие прихожане, с тяжелым сердцем сообщаю вам, что епархия приняла решение отозвать меня из прихода святого Кристофера. Последние годы вас было немного, однако ваша преданность церкви и поддержка моих начинаний не забудутся вовеки. Сейчас службы будут доступны только по скайпу. Группа изучения латыни также переходит на удаленный режим. Ну, ожидаемо. Кровать. I'll be hungry later. Батончик. Одну секунду. Здесь какие-то замуты интересные. Нам бы только успеть вернуться. Это вот очень важно для меня. Вроде бы все. Ну что ж, выходим, идем чекать схрон.
Ткань. Окей. Вроде бы ничего не забыл. Вроде бы. Здесь кто-то уже был из выживших. Ну что ж, сейчас через снег, ребята, темнеет. Радует, что ветер закончился. Я очень надеюсь, то, что нету здесь. Я, знаете, больше... Зайцы. А где зайцы, там и волки. О! Олень, олень. А чем я его? Ага. Здрасте. Дерево, 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 дерево. Топливо, раз. Шприц первой помощи, два. Еще один набор для шитья. Ткань. Армейский ИРП 1750 калорий. Значит так, предлагаю крылов. А где мне ночевать? В церкви. Могу? Могу. А почему нет? А вода? А вода? А банки нет. А что делать? Кофе? А кофе в чем заваривать? Предлагаю крылов затараканить. Ролики. Только ценный мех. Ну и, кстати, 2 килограмма ценнейшего свежего мяса. Кстати, что вот это такое? Мне говорили, травы собирайте. Ты мне позевай давай. Да ну ладно. Что? Вы шутите? Сейчас вообще было неожиданно. Первый раз слышу даже то, что есть эти. Можно, мы, конечно, много что там, всякую траву ели в детстве, но... Смотри, во-первых, сколько здесь... Тихо-тихо-тихо, аккуратненько. Это же можно вообще этим, ну, нормально так наесться. Кролики прибежали? Сидят, палят. Ну, оленя мы явно этим ничего мы не сделаем. Предлагаю собрать. Пригодится. Кстати, вот этой вот штучкой можно еще и... Это же болото, правильно? Там же было сказано, что это болото. Слушайте, мы здесь на самом деле можем и переночевать. РП у нас есть. У нас вообще на самом деле все есть сейчас с вами для ночевки здесь. Королей тоже можно, в общем-то, приготовить. Ну бы и нет, бабульке заодно принести все эти ништяки, холодильники и забить. И все. Правильно? Правильно. Пойдем королей ловить. Так. Но вижу только двух, ребят. Мало их. Мало.
Ля! Зараза, еще хрен по ним. Попробуй еще попади. Камни кидает непонятно как. А? Попався? В смысле? Я же его успел. Успел. Надо к нему быстро подбегать. Где, где второй? Второй теперь убежал. Иди его попробуй найди. Оленя бы вот. Думать бы как оленя. Мутить. Вот это да. Я в кролу. Так. Так, одного крола взял. Блин, второго бы успеть. Второго где мне искать? Вот он куда он убежал? Куда он делся? Вот кто знает? Во-во, вижу. Главное, чтоб жадность... Да, как в той самой... Блин, у меня есть всего две попытки. Давай, кролик. А, попався. Все. Так, предлагаю разделать. Так, 9 килограмм мяса. Это килограмм, точнее, мяса целый. Это очень-очень-очень хорошо. Так. 27. В этом почти 1,5 килограмма. Это мы сейчас столько мяса с тобой сделаем. Так, нужно скинуть. 26. I need to find a place to rest. I could eat anything right now. Так. Окей. Вот это сейчас. Совсем неумный. Ну. Сейчас раз такой медведь сидит вот здесь. Здорово, отец. Ага. О! Блин, а в чем же мне воду приготовить? Ёп. А не в чем. Да ладно. Смотри,
Давай попробуем все-таки в этот раз, чтобы правильно все сделать. Смотри, 38 минут и 32 минуты. Я жду. Сейчас ничего только не говорите. Спокойно. Добавить топливо. У нас с вами книг, я не знаю. Так, на все время сна прям. Все, зарядили. До готовности, до пригорания. Я просто беру. Жду. Беру. Все. Сейчас все должно быть good. Все, свежая корольчатина. Ну, наконец-то. Все взяли. Выкладываем сюда еще один кусок. Я лучше взял. Все. Все хорошо. Кушаем. Раз. Два. Три. Getting kind of thirsty. Ах, проблема с водой. Что же мне делать? Где мне и в чем погреть себе воду? Ты представляешь, я эту железную странную банку. Мы можем, по идее, съесть какие-то консервы, а консервов у меня нет. Чай в кружке нет. Чай в кружке. Чай шиповника. Проблема. Давайте попробуем. Аккуратненько, давайте вот так вот. Где-то на 7 часов бахнем. Сейчас чай греем. Тихо. Спокойно. А у меня не было, ребят, больше розжига. У меня не было розжига. До утра только ждать. Все страшно. Прям вот 2 часа достаточно. Ничего, ничего, ничего. Сейчас разрулим. Хорош. Мы сейчас хотим только пить. Сейчас напрямую к бабке. Не забывайте, у нас целый РП сохранился. Самое главное, мы встретили оленя, но как его... Где, как и с чем, непонятно. У нас также есть 2 шкуры зайца. Дведа. Правильно говорится, да, вроде 2 шкуры. В чем воду вскипятить, надо обязательно с собой брать. Волки воют сзади. Зайчики не прыгают. А это очень большая проблема, когда зайчики не прыгают. Это, знаете, грустно. Вижу волка. Не умрешь. Выдумывай.
Так. Так, сделали мы вылазку. Припасы на заправке. Сейчас мы, следующая вылазка у нас сразу на заправку пойдет. Я фаера я специально не использую. Стараюсь максимально их сэкономить, ребят. Вот эти вот, которые у меня есть. Фаеры, которые есть. Ну или факел, да. Но для факела нужен огонь, понимаете? Я так думаю, чтобы его разжечь. Очень-очень удачная вылазка. Но мы с вами увидели оленя. Но как, из чего его убить? Вот это вопрос. С оленей, конечно, шкуры было бы очень хорошо. Прям максимально. Так, нужно к бабушке. Срочно к бабушке. Кстати, шла-то она туда, если что. Что это такое? Секунду. Во-первых, здравствуйте. В дом, срочно в дом. Сейчас прям воду кипятим, там начинается вообще прям процесс. И на заправку. Нет, оленя камнем я не думаю, что можно убить. Высушенная шкура кролика. Забираем. Так. Ждем. Пьем. 2 литра воды мне хватит очень надолго. Так, бабуля. Мы сразу шкуры кролей. Я так понимаю, если говорят, что из шкуры кролика для изготовления и починки, изготавливать я пока понятия не имею как. А вот кишочки, мы знаете как, вот так вот, немножечко в стороночку. Свежую партию давайте. Оп. Шкурки... Вот сюда, назад, вот так вот. Оп. И дальше они у нас сушатся. Кишочки подольше сушатся. Так. Воды. Надо больше воды. Так. Что нам нужно? Давайте прям шандарахнем как следует водички. Я вижу, что калории падают, ничего страшного. Берем воду. Итак, котелок. Готовить. А теперь самое интересное. Это доготовить все то, что мы, собственно, и хотели. И вот этот уже чаек мы возьмем с собой. Что-то мы заморозим. Ага. Я думаю, перед выходом, знаете, баночку кофе, кружечку кофе прям шандарахнуть. Вообще было бы просто идеально.
Так, предлагаю все вообще переварить, пока это не испортилось. И обязательно баночку нам надо взять с собой. А где же мы оставили баночку? А баночка у нас лежит в схроне. Угу. Уже разогреть. Баночка лежит в схроне. Котелок очень много весит, понимаете? Я уж думал на эту тему. Котелок очень много весит, и таскать его с собой, ну, у нас всегда, понимаете, вес ограничен. Поэтому здесь очень спорно. Там 1 килограмм, здесь 1 килограмм, поэтому ну такое. Так. Тормози зевать. Так. Поехали. 1, 2, 3, 4. Пока что все закидываем. РПХ удержим с собой. Ай, бахнем, если чё, кролика. Ну, откиснем. Давайте, чтобы они уж окончательно не испортились. Вот так вот сделаем. Если что, сейчас таблетонами закинемся и все. На ночь глядя, да? Как раз. Давайте. Вот как русская рулетка, сейчас повезет, не повезет. Поехали. Мне повезло. Да? Да. Мне реально повезло. Прокнул процент, причем очень маленький. Продолжаем. Потому что качество у них все меньше и меньше. 24%. Опять повезло. На это скажешь, дружочек. Сейчас будет опасный момент. Банка для собак. Как раз, кстати, пустая баночка. Смотри, как хорошо. Слушай, ну мы как бы все хорошо. Все вообще замечательно у нас. Сейчас водичкой шлифанем это все. Карусель всю эту и все. Так, выдвигаемся в схрон. Десять кило мы еще можем сюда закинуть. В основном это всякие угли, не угли и прочая шляпа, да? Знаете, как мы вот так вот сделаем? По чуть-чуть я оставлю всего. По чуть-чуть. Полкило весит ИРП. ИРП я с собой возьму. Ну его нафиг. А вот теперь сейчас будет план банан. План банан, это знаете как называется? Давайте попробуем все-таки подчинить одежду. Уж больно мне интересно, как это можно делать. Мы с вами решили чинить парку. Намокло. Будьте так любезны подсушиться. Так, во-первых, воду.
Давайте мы воду накирогазим, да? Пока уж все равно стоит. Мне интересно все-таки, как шьется. Парка. Стоит ли тратить набор? Блин, я думаю, стоит, ребят. Куртка очень хорошая. 53% она убита, это на 60%. Он починит. Давайте. 3 набора у нас всего. Не дай бог не прокнется. Процентов прокнули против парки. Да. Это вообще жесть. Лисовые варежки. Я бы в куртку ввалил. Куртка очень крутая. Два набора. Есть. Так. Один и семь стали. 1,9. Хо-хо-хо. Вот теперь-то я задумался насчет штанов вот этих вот. Эти-то я не хочу трогать. Они вообще в хламину убитые. А вот эти бы штанишки я бы... Наборы многоразовые, только ткань подавай. Ткани у меня вообще немерено. А я могу столько нафармить. Давай одним. А, все-таки наборы многоразовые. Ну все, отлично, что тогда? Так, еще раз. Чё, все забурлило? Что там? Бурлит все, страшно стало. Я думал, молоко убежало. Потом вспомнил, говорю, какое молоко? Если только сказал бы, откуда надоить. Молоко, говорит, яко. Продолжаем. Высушенная кожа. Ай, ну давай. Прокнет, не прокнет. Прокнуло. Боты единица стали. Я бы штаны единица. Нет, ну это просто забейте. Сейчас вся лишняя одежда на тряпке улетит. 100% вам даю. В принципе, нам вообще, если наборы многоразовые, кто нам мешает вообще всю одежду держать в идеальнейшем состоянии? Логично? По-моему, логично. А вот перчатки, смотрите, 0,3, да? 0,3-0,3,5, но в них 69%. Но... Видите, бесполезные после намокания. Хм.
Давайте вкинем, что, починим, почему нет. Свитер зашьем себе. Ага. Свитер зашили. Шапка. Слушайте, это сейчас нам вообще на холод. Вообще, представляете сейчас, как одежда бустанется? Я не буду до сотни добивать специально, знаете, оставлю в таком все. Вот смотрите, термобелье поношенное, да, 0,5 у него тепло. Вот после ремонта, сейчас мы коленку зашьем здесь, если она прокнет сейчас. Это получается, так как у нас два термобелья. Ну, это имба вообще полная. Два термобелья и два термобелья, получается, сейчас будет почти по единице. А я думал, набор один. Представляете, я был уверен. Набор один. Чего? Откуда у меня перегруз нарисовался? Сейчас. А, 4 литра воды. Ну, это от большого ума. Где холодос? Все равно буду, в принципе, кучу еще всего юзать. Так что, что нет, я пока покипячу. Подумаешь, я тут всю ночь кипятительством буду заниматься. Пока непонятно, для чего шкура. Не могу понять, для каких таких целей. Как ей пользоваться, для чего и зачем, непонятно. 35 кожи нет. Я, кажется, понял, где немножко я лажанул. Ткань-то проще найти, чем кожу. От кожаных вещей надо уходить. Шапка 1,5 стала. 1,5, Карл. Мне вот интересно, насколько вот эти штаны бустанутся. Вот если смотри, в них 21% и 0,2. В них, ну, основной, да, характеристики. Ну, давайте сделаем. У нас ткани все равно много. Сейчас пойдем спать, ляж. Единица стала. Одну шапку можно разорвать. Не вижу смысла по две таскать. Они две одинаковые. Вот теперь другое дело. 80. Итого мы с вами имеем температуру воздуха 21, по ощущению 34. Сбросьте лишний груз. Мы возьмем воду. И просто пойдем ляжем спать. Сейчас как раз у нас сон. Вся остальная карусель это... я думаю, часов на 7. Вот так. Надо поменьше бегать. Бегать только на всякий случай. Риск растяжения сразу вылечили. Пьем водички.
Меня вот это вот смущает. Так, кстати, пару часов нам достаточно. Да. Ну что ж, заправка нас ждет. Зараза. Давай все-таки еще пару часов на всякий пожарный. Чтоб прям по фулу. И сейчас кофеечку разогреем. Как мы с тобой засандалим жестко перед вылазкой, да? Еще нет-то. Сейчас мы кружечку кофею бодрящего, как говорится, я тебе отлью. А ну-ка, бабка, ты мне давай не шиповник. Как сейчас мы вдогоним. О-о-о! Пошел процесс. И давайте-ка мы с тобой... Что захавать есть? Сардиночек. Да? В дорожечку. Как? Вдадим? Сейчас все равно на заправке стопудово будет жрачка. 100%. И РП пока вот принципиально не трогаю. Вот просто принципиально. Вы знаете, даже проще, вот честно говоря, сейчас взять. Плюс 5 килограмм веса, нифига себе. Значит так. Я везде здесь уже был, кроме одного места. И кто внимательный, те это заметили. Я куда угодно проходил, кроме как прямо. Бамбук, да, у нас НЗ. Бамбук, потом уже... Опа, записка. Увидел. Измена. Я обещала, что брошу его и сделала это. Теперь, как мы и договаривались, я жду здесь. Где ты? Холодает. Подбери меня у почты. Бля. Отпрости, господи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вот оно! Хадость, а! Так. А теперь очень внимательно. Такой пищит. Захотела она за колбаску потрогать богатырскую. Ай-яй-яй-яй-яй, а! Сидит. Эй. Зараза. Что-то зелененькое вижу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Кого нет? Этих. Угу. Один час, блин. Давай топором. Все-таки на улице замерзнем. Я думал, мало ли, может, знаешь что, в коробках же может что-то быть. Правильно? Правильно. А тут срака. Еще и замерзли. Как можно топором столько колупать и замерзнуть? Опа. Большой съедобный гриб. Растет на хвойных деревьях, неплохой антибиотик. Если приготовить из него что-то вроде чая. Понял, принял, обнял, поцеловал, заплакал, приподнял и все. Неженка, все, замерз он весь бедный. Погнали вот сюда. Вот лом бы найти. Это я понимаю. Я не понимаю, для чего вот это, и все равно там ничего нет. От слов совсем.
Я ж правильно говорю, ребят, в ящиках же может что-то быть хорошее. Опа. Так. О! Вот смотри, видите, в помещение зашли, сразу плюс 2, хотя здесь не натоплено. А почему? Потому что одежду с вами всю починили. О! Вот это уважение, 5 стаков чая. Right. Съел бы тогда. Ганя, это вообще приветствуется. О! Сколько, 80% сардины? Так давай еще 32%. Опасно. Лучше дома такие хавать сардины. Слушай, такой жирный дом, кстати, поэтому. Lamp fuel could be useful. Банка с 750 калорий, банка сгущенки. А ну-ка, сынок. Эх, я помню, как варили сгущенку, помнишь? Вот так вот. А потом такой, как... Это не ваши эти... Эти... Как они эти... Чи-чи-нутелла, чи... Как она это? Вот, сгущеночки баночку на 3 часа, как поставил, как она дала, что все стены до потолка. Как в каловых массах, как будто забрызганы. Ну, а тебе-то ты все равно рад, правильно? А что тебе грустить? Самое главное, что... Так, вот это мне надо. Подушку обязательно надо на ткань переработать. 100%, как раз пока согреемся. Слушайте, какие здесь эти барские хоромы. Блин, я уж обрадовался, думал, книга это... О, шоколадка. Шоколадку туда же, в топку. 250 калорий. Шоколад и орехи. Оп. Так, отлично. Камин обычный? Да, на кой он мне нужен? Металлическая лампа. Ну нет у меня пока ножовки, ребятки. Я ж потом все предуспелю. Я... I think I can use this. Оружейный патрон. Сорок пять минут. Ай, ну давай. Там еще и ткань с него будет. Че нет? А это без ткани нам такой не нужен. Визор разбитый. Наверное, этого Соловьева пересмотрел. О! За 10 минут, вот обращайте внимание на занавески, 10 минут прока, 10 минут всего, 3-4 калории, зато 2 ткани. Извини меня, это можно вообще. А мы с тобой теперь грамотные, мы с тобой сейчас еще и те кожаные зайдем и разорвем их. Мы с тобой теперь прошаренные, помните, где я туфли-то оставил одни? Сколько? О, нифига себе, на кроссы надо. А харя не треснет, нет? Подожди, 0,6, а у меня сколько? 60%. А, ну у них водостойкость. На кой они мне в тарахтели? Это можно смело что сделать? Правильно. Это можно, ребятки, смело их разорвать. По идее, с них должна быть, наверное, кожа. Не, зачем мне кроссовки в зиму? Вот спортивные носки уже зашитые, поперешитые. Ну, конечно, могу зачекать, но... Сразу, чтобы они в инвентарь не занимали. Правильно? Правильно. Сразу надо все перерабатывать, а то... Вот это вот здесь курточка может быть дорогая. Оп.
Ясно. Дилетанты какие-то жили. Хадости, ни полотенца, ничего не оставили. Нет, оставили. Все, что мы сейчас чинили, считай, что вот мы все, что материалы потратили, сейчас мы их уже восстановим. Просто на ровном месте. Только бы шторку бы я бы тоже, конечно, сорвал. Источник питьевой воды. Вот возьму и все. Черпану, как говорится, с унитаза. Оп, и все. Нормально. Я еще и не только черпану, еще и надо с нашей надо перемешать, просто вот так потрясти, и все, и нормально. Так, а вот теперь вопрос. Шарф, а куда же нам тебя приспособить-то, мой хороший? А никуда. Штаны у нас плотно заряжены, эти плотно, носки стопудово. Ага. Да нет, ну нашу шапку на единицу никакой шарф не заменит. Ребят, я не верю, что шарф прям заменит нам эту целую. Но это вообще лажа полная. Да нет, нет, ну прекращайте. Это вообще на полтора шапка. Это вообще золото. Я бы вообще этот шарф разорвал и все. И... Не, пока не буду. Не шутя. Так, все, здесь все обшмонали. Очень вкусный дом. Мне очень понравился. Очень-очень вкусный дом. Прям вкусняшки. Вкусняшки. Я понял, что это был один большой. Вот мне теперь интересно, что там вот лежит. Смотри, мы по улице с тобой ходим, пока солнышко выглянуло. У нас вообще холод, вообще нам плевать. Вообще. Что-то на вышке. Вот к чему вот эта вышка вот так стоит? Может, что-то там лежит. Мох, кстати, вижу, растет. Вот это мы все возьмем. Не, ребята, не зря говорили, Леха, будь внимательным. Я тут, я выживу, вы думаете, я тут... Не, ну а что я сделаю, если лестница, видишь, пол... Вследствие недавней сейсмической активности... Подземный водопровод Милтона приостановил работу. Вспышка кишечной палочки затронула некоторые области системы. Мы рекомендуем использовать бутылирование вод до поступления дальнейшей информации. Да-да-да. Давай-ка, дружочек, без вот этих вот твоих у-у. Я все тут лутаю. Грибочки заварим. Мне сказали, из грибочков, видишь, какая-то... А что вот это за травка такая? Может, ее собрать? Нет. Ребят, ну здесь вроде бы как излазил все, что мог вообще везде. Залез везде, посмотрел. Сейчас пойду где-то вот здесь. Что-то сгорело, сгорело что-то вот здесь. Пепелище какое-то. Слушайте, мха столько. Это мама не горюй. Все деревья, смотри. Смотри, его сколько. Очень много. Ну, опять же, нужен ли он нам? Пока, наверное, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот уголек-то я заберу. Это, кстати, старая школа у нас. Ой, кошмар. Кровь. Это здесь, ребята, очень страшное, если честно, зрелище. Я думаю, мы здесь ничего, ребят, не найдем. Очень-очень маловероятно. Угля только нашли, но уголь и все. Итак. Значит так, поворачиваемся. ИРП с собой, факелы с собой, все с собой. Там вот стоит волк, я его, гадость эту отсюда вижу.
Так, поперли. Все, идем на этот, выходим с вами. Вот только что солнышко, да, было, казалось бы, в этой игре. И раз, и уже ветер, непонятно чего. Вот как я на севере жил, когда вот то же самое. Вроде нормально, нормально. Раз. Все, начинается. Ураган, ветер. Бардак. Так. Я вот что подумал. Может зайти скинуть всякие угли, не угли. Вот это вот карусель это. Жилет-пуховик. Да нет, но он не переплюнет никогда в жизни. Никакой жилет-пуховик. Нет, я даже не буду рыпаться на эту тему. Теперь у нас есть другой вопрос. А куда нам все скидывать? Понимаете? Все как бы, конечно, классно, здорово. Кстати, вижу вон туда куда-то подъем. Здесь, кстати, тоже стебельки есть. Мы пособираем. Это еда по 100, извините меня, калорий. Это хорошая вещь. Это, кстати, тоже значит болото. Я вам больше хочу сказать. Я еще и шиповник и ягоды вижу. Я, конечно, не спец по шиповнику, но разве он растет на болотах? Это НЗ для нас просто лютый. Он не портится, эти палки. Они лежат по 100. Весят они не так много. Очень жаль, что королей нет. Я бы, конечно, здесь королей бы переварил. Восстановил бы аппетит. А сон найду их. Роллс. Не, ну хотя с другой стороны, а что их искать? Половина он в чате сидит, половина будут на ютубе смотреть. С такими глазами. Попався. А куда еще один убежал? Я, знаете, так по пару камушков с собой буду держать. А вы что ноете-то? Ну надо, ребят, выживать-то надо. А куда он делся? Зараза. Не трогай, стой! А ну! А ну нахер открыла! Так, дам сейчас, пока ушел! Я тебе сейчас... Это моя добыча. Гадость, а. Ты что удумал? Чего? Чего тебе надо? Давай, давай. Давай, давай, сынок. Давай, давай. Че, обиделся? Черт. Как дам. Я устрою тут.
Моя делянка. Еще удумал. Дом в Милтоне. Стопка бумаг, коробки. Неплохо. Очень много. Ой-о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 й. Спокойно. Так. А ну-ка тормози. Намокли, кстати, вещи, но я, конечно, по снегу лажу. Что я там нашел-то? Но 21% у нее. Свитшот с капюшоном современные разработчики всяких игр держат такую одежду на последний писк мода. Можно, конечно, попробовать ее реанимировать. Что думаете? А? Да, попробуем. Ну, а что такого-то? А вдруг? А вдруг сейчас починим и резко будет крутая? По идее, она с капюшоном. 54. Так. Оп. 87. Ну, давай на фулл. Мне кажется, она сейчас будет круче рубашки. Так. И момент истины. Ну нет, ребят. Never been so hungry in my life. Здесь, понимаете, здесь очень важна вот эта тема, непродуваемость. А вот с рубашечкой посравнивать. А вот с рубашечкой можно. Да, вы правы. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. В принципе, а чё ой-ой-ой? Ну-ка. Опа! В пещере у радиовышки под кучей камней спрятано немного припасов. Больше никому не могу доверять. Люди уже отчаялись, хотя мы без электричества всего несколько дней. Я спрячу несколько припасов в нашем местечке над городом. Там, где мы вместе смотрим на звезды. Приходи, жду тебя. Well. Сергей, what do we have here? Твой Артем. Удобно как-то вышло. Покушать. А вот теперь нас и спасет. Что? Правильно, сардина. Господи, дай мне не умереть только. Нормально. Водиться испите. Кстати. 1,4 килограмма кроль топором. Это что так жестко-то? 1,4 кило кроль. Это рекордсмен, кстати, кроль. Это прям кроль-кроль. Кроль-кроль кролей. Не шутя. Этот маленький на 0,6 кило. Нифига себе, а тот, ты понял, 1,4 кило чистого диетического мяса. Так. Вот видите, я вам говорил, надо этот тростник собирать. На случай ядерной войны, вот, пожалуйста. Хрусь, 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 хрусь. Сидишь, точишь. С такими глазами. Видишь?
Как ты морковку ешь? Какой-то папа кролл, не говори. Казалось, при чем здесь вообще кролики? Так. 2 часа вообще за глаза. Слушайте, тростник вообще еду восстанавливает люто. По вроде по 150, а он прям раз, смотришь, хоп. Хай. Все? Смотри, вроде черти пойми, где ночевали, а... Чётенько все. Hope I can still eat this. Томатный суп. А, его разогреть можно, смотри. Супец-то. Ну, шерстяной шарф, это понятно, что это шляпа. С вами это все знаем. Давай попробуем, вдруг что-нибудь будет. Сраку. Я эти бревна сразу, ребят, дропну, потому что больно их... Вот это вот все лишнее... Очень много, вы знаете, одно, второе, пятое, десятое. Вот, зараза, заточить бы, но где точильный камень? Надо какой-то типа кузницы, херузницы, что-то надо найти. Вот этого, посмотри, сколько. Вообще, давайте все бросим. Куда мы столько набрали? У нас с вами этих досок всяких... Ля! И попробуем сломать, а почему нет-то? Ну-ка, выбрось их все. Так. Доски. Слушайте, особо ничего и нет, ну так. Топить чем? Нет, там есть какие-то газетки, не газетки. А-та-та. Значит так, идем назад. Я так думаю, на этом как раз серийку с тобой закончим. А следующую серийку мы с тобой сделаем вылазку на заправку. Давайте осмотримся. Эх, понять бы, как вот с этим вот оленем. Понимаете, вот олень. Ой-ой. Это вот у-у нам не надо. Лишний факел особо тратить желание, если честно, не имею. Так, мы с вами несем мясо. Нужно у бабки срочно сделать мясо. Мясо испортится. Кстати, как раз нужно его захавать. О, шиповник еще, кружечку. Забабахать можно будет. Слушайте, у нас у бабули так неплохо... Ой-ой-ой. Вроде идешь-идешь. Раз, кусты шиповника. А шиповник это хорошо. Главное не нарваться на этого. Друга. Подождите, а радиовышка? Блин, а как нам туда дойти? Подождите, к радиовышке. Я и не помню. Как-то можно. Радиовышки. Надо как-то посмотреть, как туда добраться. Сейчас лишнее дропнем. Зайцев. Зайцев надо разделать. Понимаете? Я думаю, что вот это и есть подъем. Вот он. И вот сюда вот где-то есть к радиовышке. Я почему-то прям вот уверен, что так оно и есть. Слушайте, интереснейшая, интереснейшая игра. Очень она... Я не заметил даже, как час 19 серии, ребята. Час 19 серии. Мама, не горюй. Бабка, хай! О! Кишочки. Высушенные мы все заберем. Шкурки сушатся, лавеха мутится. Так. Складываем вот сюда еще кишочки. Подожди, пока склад... Нет, складываем, да. Бабуль, давай вот сюда вторым рядом я тебе их сложу. Так, у нас с тобой где-то кишочки. Да, 2 кролика. Раз, два.
отходим в сторонку. Бабка карауль, это не дай бог кто-нибудь подрежет. Я ж с ума сойду. Так, шкурки сушатся. Так, что там? Что-то у нас лишнее было. Кроссовки, вот я хотел их демонтировать. У меня вот, как раз кожаные кроссовки. Как раз, кстати, одежду просушу рядом перед костром. Есть пожилой контакт. Надо понять, что вот это на 0,75 кило. Пока мы здесь вот с тобой тусуемся. Давай поймем, что как готов. А как его варить, что ли, можно? Какая попахивающая? Попахивающий, ишь ты какой гурман. Немножко, но подумаешь. Слегонца. Че началось-то? Попахивающе. Так, травяной чай. Давайте мы сразу... Ой, слушайте, у нас с чаем вообще с вами просто... Вот надо перед каждым выходом вшарашивать вот этого чаю. Чая, я не знаю, какое количество. То ли мне везет так на этот чай, то ли я, правда, не знаю вот этой вот системы всей игры, но... Вот грех не шандарахнуть. Чайковского как дал. Я тоже, знаешь, как люблю порой. Чайку, чайку, это моя вообще тема. Раньше, когда есть было нечего, что делали, правильно? Нечего есть, возьми. Что сделать? Правильно. Возьми чай, попей. Сгущенкой открыл, попил и все. Томатный суп. Ждем. Ля. Хочу прям, знаешь, чтобы прям еды было много. Так, что мы еще с тобой хотим? Мы хотим себя разгрузить, потому что очень много у нас всякой... Всякой, ты понял, чего. И вот эту крольчатину я бы, честно говоря, бы сейчас бы и туда бы, да. Ага. Как труд. Надо тогда труд выкинуть. Так, вот это вот залежится и испортится. Надо сразу вшандарашить. Так, в холодильник. Убираем кружки. Вилки, ложки. РП пока живет. Вопрос. Вопрос. Вот где еще? У бабки где-то был сундучок со сказками. Где он был? Кто помнит? По-моему, на втором этаже. Я бы туда втараканил всю эту шелупонь, но уже важную. Понимаете? Где-то, зараза, я видел сундук. Где вот я мог видеть сундук? Не помнишь? О! Бабка! Хадость, а. Надо куда-то убрать, понимаете? Вот сколько? 40 килограмм в шкафу. Оу! Чуйся. Так, давайте уберем все, что нам не нужно. Нам надо себя разгрузить. Так, вообще все лишнее. Всякие куртки, всякую вот это вот. Все надо сразу досвидос. Оно нам не нужно. Потому что мешает. Так. Вот так вот.
передать. По чуть-чуть всего возьмем. А то оно там чуть-чуть, тут чуть-чуть. Потом смотришь, все, алаверды. Вот, кишочки, кишочки. Это же у нас высушенные, да? Правильно, туда их. Я не знаю, что с кишками делать. Я не знаю. Не знаю, что со шкурами тоже делать. Как их правильно крафтить. Черт его знает. Непонятно. Так, здесь палки, копалки, банки. Это все, это надо туда. Вот Патрик, Патрики, Патрики где-то я видел. Ткани 24 штуки. Вот зачем мне их столько? Почему взять и половину, половину вообще не туда самого? Вот взять и передать. Правильно? Правильно. А вот эту, вот где-то я здесь что-то такое мне проскочило. Что-то еще валяется? Вот оно. То же самое. На тряпке. Сделали. Вопрос, что делать с грибами? Там сказано, вы можете приготовить чай. Какой чай? Нету. Нету. Вот так вот. Вот и думай. Сережка, их надо, ты будь любезен, их сначала порежь, умник, на стримере. Ага. Так, сначала мы вот так вот сделаем. Сейчас мы все ягодки тоже переработаем, их тоже в разы меньше будет. Тут грибов, как конь на... Да, много грибов. Так. Повязки вот, пожалуйста, из старого мха. Надо тоже их провернуть. Мало ли волк нападет. Что мне делать? Чего? Сидите, плакайте. Уж потом. Как без стримов обычно ты ноешь. Так, есть контакт. Что это у нас тут? Так, а ну-ка... Того самого. Так, поехали. Открывай. Значит, дальше смотрим. Что у нас еще? Давайте прям снизу смотрим. Так, грибочки, понятно. Веточки, понятно. Ягодки и прочее. Шляпа усатая, все понятно. Половину сюда закидываем. А банки, склянки. Для фонаря. Нету у меня пока никакого фонаря. Поэтому вот так вот оно будет. Факельная ракета. Патрон убрать. Нету у меня ружья. Раз. По 0,25 каждый фаер. Это очень много. Очень, очень, очень много. Это фу. Здесь все одето. Опа, шарфики. Сейчас они пойдут. Это убрать. Кружки сейчас все залетят туда. Что-то можно сделать с грибами. Мы так их и не доделали. Поговорили, потрепались и все. И на этом все и закончилось. А ну-ка... Во-первых, вот это мне интересно. Так, а ну-ка, секунду. Это-то понятно, что пойдет на переработку. Ребята, а он и водостойкий. А что я думаю? Ремонт шарфа. Что я задумался-то? А вот теперь смотрим разницу. Чпок. Добрый вечер.
Вот так вот. Вот так вот. В, внимание. Правильно? Правильно. О, это шапка, ну извините. Как бы это уже от винта. Слушайте, это у нас такое сочетание с вами получилось больно интересное. Шапка, все, это, чтобы не возвращаться к ней, все, сразу от винта делаем. Так, хорошо. Дело сделано. Почему опять 17% загрузы? Я понять не могу. Дайте-ка мне, как грибы готовить? Кто-нибудь знает? Нет? Как готовить грибы? Во! Чай из этого гриба усиливает иммунную систему и имеет антибиотическое действие. Вот так вот. Понял? Вот кто бы мог подумать, что из гриба обычного, вот так вот, а не кто. А грибы, обычные грибы ведь просто набрали. Вот видите? Это прям, знаешь, у нас с тобой получается как народные средства какие-то. Вы только в реальной жизни не вздумайте это экспериментировать. Сейчас придете. Я знаю вас. Сейчас кто-нибудь сделает себе чайку. И соседи еще напоит. Потом по телевизору покажут. Не надо это. Я у мамы выживальщик вот этот. Так, это лишнее закидываем в холодос. Холодос где-то тут. Ну. Блядь. Мимо холодоса промахнуться. А где? Во. Быть. Это я понимаю. Это серьезный подход. Так, забубеним водички. Водички. Пол-литра просто взял воды и дал. Так, все, отсыпаемся, да? И выдвигаемся дальше на радиовышку. Я уж кровать так нахожу. Так, 10 часов. Как следует, да, выспимся. Может, какой-нибудь бонус дадут. О, более эффективный отдых. О! Ну-ка, дай-ка... Часочек, да, еще давай. Все. Все. Утро. Утро, как говорится, солнце встало. Хаба-хаба. Значит так, что нам нужно? Нам нужно с утречка. Ну, подожди, подожди, ты там начинаешься. Все. Так. Чуть-чуть нас водички. Я думаю, вот так. Так, кишочки сушатся. Крольчатка почти почти высушилась. Так, шандарахнем водички. Вкусная, полезная вода. Ну и, собственно, можно заканчивать серию. И идти куда? Погоди-ка. А дайте-ка я посмотрю, что это у нас здесь в нашем схроне еще лежит. А более внимательно, знаете ли, так пригляжусь. Опа. Но здесь чисто у нас лежит уголь. Уголь.
А ну-ка. Вот так вот. Уголька-то я, наверное, одну оставлю. Угу. Веточки я закину, а вот уголечек мы потом, я знаю, куда дропнем. Вот книги на 2 килограмма, вот это вот вообще не есть гуд. Все, пойдет. Ну что ж, что я вам, дорогие друзья, могу сказать? Серия получилась очень интересная. С вами пока что не вступали в такой прямой, прям, знаете, зарубу с волками. Серия получилась на 1:35, очень длинная серия, но надеюсь, вам понравится. Так что ставь лайк, подписывайся на канал. Очень, ребята, надеюсь, что напишите комментарии интересные, потому что я лайкаю перед стримом, точнее, перед записью видеоролика, все их просматриваю прямо в прямом эфире. Так что заходите на канал Васт и буду вас ждать на стримах. Все, всем удачи, всем пока. С вами, как всегда, был я, Леха, и канал Hard Games.